комплекс ГТО не сдает позиции ни в одной из возрастных групп. У здорового образа жизни с каждым годом все больше поклонников. 34% жителей области занимаются физической культурой и спортом. В Иванове в эти дни проходит региональный фестиваль ГТО среди студентов. От года к году число регистрируемых у нас увеличивается, как увеличивается число приступающих к выполнению нормативов. Вот. Для студентов сегодня это мотивация со стороны руководства высших учебных заведений. Мы помним, что для школьников это дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. В региональном этапе принимают участие 6 вузов, более 120 студентов. Утром во вторник ребята испытывали свои силы в плавании. В программу фестиваля включены 11 видов испытаний комплекса ГТО. Программа рассчитана у нас на 2 дня. Сегодня свою программу мы начали с плавательного бассейна. Участники преодолели данный вид испытания. И потом здесь на стадионе «Спартак» продолжает выполнять прыжки в длину с места, отжимания, подтягивания, поднимание туловища с положения лежа. На площадке сгибания и разгибания рук по-настоящему жарко. Умение правильно и много отжиматься – визитная карточка любого молодого человека. А потому каждый здесь до последней капли пота. Отжимания, сколько у меня? У меня рекорд был 120 где-то. И сегодня вот сейчас, сколько я? 114 вроде или 115, честно, я даже уже сейчас опять забыл. Я думал, побью и даже свой рекорд. Но как-то тут просто мне непривычно было то, что тут надо было грудью задеваться. А я просто так все делал, у меня было как бы 120 рекорд. В принципе, для меня будет сложно, это, наверное, все-таки бег 3000 все-таки. Вот. Почему? Потому что я уже как бы давно не бегал, я в основном лыжник как бы, а у нас пока сейчас уже сезон закончился и все. Важен не только личный результат, но и спортивные победы всей вузовской команды. Лидер примет участие в финале данных соревнований в сентябре в Чебоксарах. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.